Всем привет! Это снова угол зрения. В этом году горячую воду в Полевском отключили раньше срока. Обещали включить 1 июля, но произошла задержка. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать у жителей, как они обходятся без горячей воды. Без горячей воды как спасаетесь? Никак, честно, уже умираем. На самом деле, это ужас. Я не хочу так больше жить. Ну, кипятить или как? Ну, кипятим, конечно. А что еще делать? Сколько вот в день приходится кипятить вам? Ну, мне на мои волосы 2 раза приходится кипятить. И это вообще, на самом деле, и то и на раз не хватает. До этого, когда холодная вода бежала, тоже желтая, там вообще ужас был. Я вообще никак не спасаюсь, я живу на Красногорке. Народ жалуется. Ну, вам хорошо? Мне хорошо, я живу в своем дому. Ну, вы таксист, наверное, возите людей и жалуются? Жалуются, все сплошь рядом. Я говорю, так идите в Думу или куда, или в прокуратуру, надо что-то делать. Ну что, у нас какой вектор? Что, мы же в деревне живем, что ли? Что-то надо предпринимать. У нас нет горячей воды, мы живем в частном секторе. Ну вот у нас 25 литров кастрюля, 3 кастрюли я грею на 4 человека. Очень плохая вода текет, какая такая коричневого цвета аж. У нас водонагреватель стоит. Я вот вождение сейчас будет, мне некогда. У нас водонагреватель, потому что маленькие дети, а так плохо справляемся, конечно. Никак. В баню хожу. Плохо. На заводе только если работаем, то там умудряемся мыться. А детей вообще кастрюльки. На работе моюсь. А дома посуду помыть, например? У меня дома своя котельная в доме, так у нас есть горячая вода. А так с людьми разговариваю очень плохо вообще. Не помыться, ничего. И вода бежит очень ржавая, желтая. Греем. Ну, у вас ни бойлера нет, ни просто в тазиках, да, в кастрюлях. Кипятильником греем в бачке воду. Кипячу воду и стираю, и все делаю. У нас есть. У вас есть? Да. А вы где живете? В саду. В саду живем. Там хорошо. Там хорошо. Там баня есть. А проблема ли для вас отсутствие горячей воды и как вы с этим справляетесь? Пишите в комментариях. Это был угол зрения. По традиции увидимся на улицах Полевского на следующей неделе.